Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в обзоре распаковка нового iPhone 11 Pro. Поехали! Опа! Это что такое? Нет, что-то не то. А, вот он. Так, ну, ребята, золотой цвет, 256 гигабайт, это iPhone 11 Pro. Что, собственно, у него идет в комплектации? Это документация, в ней всем привычные наклейки Apple, две штуки. И там же ключик для вынимания сим-карт. По блоку питания. Здесь он идет более мощный, чем в 11 модели. Вроде как 18 ватт за место 5. Ну и по весу тоже намного тяжелее. Идут наушники с кабелем Lightning. И кабель зарядки. Чехольчик для такого iPhone я взял обычный, силиконовый. Тут много чего не надо, потому что телефон хороший, ударостойкий, водонепроницаемый. Немножко подробней про него расскажу я в следующем видео, там, где мы будем делать сравнение.